А? Хочешь, я тебе покажу контент? Нет, что ты будешь показывать? Что ты будешь показывать? Ну хватит, ара! Вау! Очень интересно. Всем привет, это снова я. Меня зовут Алик. И сегодня в этом выпуске ты увидишь много смешных моментов, красивых девушек. Так что рекомендую тебе досмотреть до конца, потому что будет реально очень интересно. Если ты вдруг еще не смотрел выпуск, где парень рассказывает о плюсах и минусах Норвегии, вот здесь вот выскочит подсказка. Досмотри сначала этот ролик, потом посмотри его. Голды, бесплатный щит. Если ты тоже хочешь 200 голды и бесплатный щит, для этого не обязательно искать сокровища. Достаточно просто скачать викингов, спонсора сегодняшнего выпуска. Я рад анонсировать конкурс, который я провожу совместно с создателями игры Викинги. Викинги уже разыграли 35 айфонов и 18 макбуков. Два игрока, дошедших до 10 уровня дворца, смогут получить возможность выбрать один из трех призов. iPad Air плюс смарт-клавиатура, PS4 Pro плюс VR-очки или электросамокат. Ну и суперприз MacBook Pro заберет тот, кто достигнет самого высокого уровня дворца до конца сентября среди остальных участников. Розыгрыш состоится 3 октября. Викинги — это одна из лучших игр своего жанра. Отличная стратегия с интересными механикой игры и широким выбором воинов. Ребята, каждый ваш переход по моей ссылке помогает мне развивать мой канал. Качайте викингов именно по моим ссылкам в описании, и вы получите 200 голды и бесплатный щит. Досматривай это видео до конца, также ищи меня в игре под ником по-братски. Привет. Привет. Ты, у тебя септум? Да. Как его прокалывать, господи, ужас. Это мерзость. Там очень тонкая кожица, там типа вообще не больно. Чем занимаешься ты это? Нихера себе. Так, резко не вставай. Почему? Это сейчас было очень прям хорошо, но не так быстро, спокойно. Тебе 18 есть вообще? Да. Хорошо. Теперь можешь вставать, в принципе. Стример какой-нибудь, не? Я, да, а ты? Я нет. Сделай себе YouTube канал. А зачем? Блондиночка с средним размером груди. У тебя будет аудитория, тебе будет... Да, тебя будут люди смотреть. Но это не точно. Спортом занимаешься? Да. Каким? Pool dance. Кто такой pool dance? Танцы на этом... На пилоне. Заебись. У меня в планах с подругой Twitch сделать. Там очень большая конкуренция. Но у тебя очень большой потенциал. Ладно. У тебя просто очень большой потенциал. У тебя есть шансы. Берешь хорошую камеру, ставишь ее не как я, вот так, да? А ставишь ее вот так. Вот так. Ага. Сверху. Ну да, сейчас. Да. Бай. Если будет вот так камера, какие-то возможности у тебя все-таки есть. Даже картошку будут смотреть, как ты жрешь, поверь мне. Да блять, я на секунду на телефон отвлекся. Жиза, бля. Умеешь сирену? Вау. Это просто охуенно. Это очень круто. Такое ощущение, что это не он с тобой сидит, а ты с ним. Это точно. Какой он охуенный. Хороший. Какой он классный, слушай. Как его зовут? Его зовут Миша. Миша. Я прям вот не нарадуюсь. Он круче всегда на улице выглядит, не только в рулях. Ты можешь его поднять? Я на габариты хочу посмотреть. Он 70 килограмм весит, будет 120? Да-да, не удивляйтесь. Вот, видишь, вот. Но ему еще всего год и 2 месяца. Да ну нахуй! Привет, у меня к тебе такой серьезный вопрос. Тебе в понедельник надо в школу? Мне 18 лет, я на 3-м курсе, это так, чтобы ты знал. Отлично, это я так, просто на всякий случай спрашиваю. А? Хочешь, я тебе покажу контент? Нет, что ты будешь показывать? Аккуратно, мне могут забанить. Нет, я ничего не собиралась. Меня могут забанить, не надо мне показывать. Что ты, ты смотри мне. Что ты собралась показывать? Нормально. Знаю я вас таких, я вас знаю таких, сейчас как херак резко вот это и... Смотри. Что ты будешь... Сейчас... господи! Блять, это что? Это пиздец. Или вот так. Нет, нет. Как я не люблю такие вещи, лучше бы ты грудь показала. Это точно. Мне тут пишут, что так каждый второй может. Я не знаю, это типа...
Я не могу, бля. А еще могу, как Пикачу. Давай. Пика, пика. Сейчас. Пикачу. Пика, пика, пика. Сейчас у многих анимешников пика. Поднялось настроение. Эй, ты же блогер. Братуха, ты же блогер? Да. Меня давай выклади. Понял. Выклади. Где ты взял слово выклади? Ну как, где? Со словарного запаса. Это что сейчас было? Это что такое? Это пиздец. Привет. Привет. Ты битбоксер, по-моему, да? Ага. Вот это что ты делаешь? Смотри. Повтори. Нет, я так не смогу. Ты сможешь, что? Ты сможешь, я в тебя верю. Ты легендарный, лучший из лучших. Почему сразу не можешь? Такого слова не должно быть у тебя в лексиконе. Ты прав, кстати. Конечно, я прав. Вот так сделай. Вот в чем проблема. Что ты? Дай пятюню, красавчик. Сейчас, я дай. Даже в твою честь выпью воду. Я просто мне другое нельзя пить. Алкоголь не переношу вообще. Почему? Была, короче, такая ситуация когда-то у меня. К нам в общагу приехали девчонки из Белгорода. И они такие, типа, пойдемте бухать. Вот я такой, ну пошли. Я не пью, это было года 3 назад. В курсе на втором. И сидим мы, значит, пьем. Я выпил литр вина. Осетинского такого, знаешь. А там оно пьется как компот. Но потом встаешь и падаешь, короче. И я запил еще 2 литрами пива, я понизил градус, меня убило просто вообще в хламину. И просто, чтоб ты понимал, эти мразотницы, которые вот приехали, они жрут просто как лошади. Они на следующий день... Я не знаю, я на следующий день был просто, выглядел так, как будто я... Как будто я марафон пробежал 40 км без остановки, прибежал на финиш, и меня еще отпинали 5-6 человек, да? Им вообще похер, они жрут все подряд. Я говорю, они скупились, сука, возле общаги, везде скупили, все бухло. И с тех пор я вообще не пью, мне так плохо становится. Если у меня хоть грамм алкоголя в организм попадает, да и все, и хана, короче, я уже все. Здесь наши полномочия все окончено. Смех у тебя вообще огонь. Вот. Я тебя в ролик добавлю. Че, серьезно? На, серьезно. О, посмотрите, какая самочка. Да хватит. Подожди, стой так. Стой так. Посмотри на меня в камеру. Улыбнись. Можно на превью поставить. Блин, погоди. Ты очень хорошо... Блин, я не знаю. Я вот тяжело встретить девушку, чтобы она была настолько телегнична просто в кадре. Посмотрите на нее. Посмотри, улыбнись. Наташа. Научи меня тоже, давай я тоже как-нибудь вот так сяду. Ребята, по 10-бальной шкале оцените. Здорово! Здравствуйте. А чё ты так охрип, блядь? Нихуя себе. Горло болит у меня. Да ты чё? Ой, блядь, богатого бы тебе выздоровления. Спасибо. Как у вас дела? У нас вообще все хорошо. Мы не хрипим, как ты. Ты меду с молоком ебани, пизда, твой голос. Завтра будешь кукарекать, как петух, нахуй. Да что вы говорите? Пупсик, а то ты что-то хрипишь, аж пиздец. Аж мне тебя жалко, блядь. Спасибо за совет, моя хорошая, спасибо. Вы откуда? А? 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 Ага. Вы откуда? Мы оттуда. С Амурской области. Ты употребляешь что-то? Да. Правильно говоришь. Видал, что? У меня есть очень много интересных диалогов. Если тебе реально это интересно, дай мне об этом знать, напиши мне об этом в комментариях. Давайте договоримся, наберем условно там 1070 лайков под этим видео. Вы, в принципе, и по 100, и по 120 у меня набираете, когда бывает настроение. Вот. И я добавлю еще таких диалогов. Но, естественно, уже с другими собеседниками. Почему нет? Ты сделаешь мне очень приятно, если поделишься этим роликом со своим другом или подругой. Я буду тебе безумно благодарен, потому что, ну, блин, лайки, комментарии, они очень сильно продвигают ролики, они помогают набирать, и без них иногда бывает печальненько. Теперь смотри, я двигаюсь вот сюда, вот здесь появится кнопочка подписаться на мой канал, а вот здесь ролик про чувака, который про Норвегию рассказывал, обязательно пойди посмотри его, вот здесь вот, тыкай сюда. Тыкай, я жду, тыкай. Это очень странно, сижу, смотрю в камеру, ладно.